Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришли мне посылки из Китая. Заказывал защитные аксессуары для такой вот экшн-камеры. Пришли они довольно быстро, за 12 дней, и были отправлены почтой Эстонии. Сейчас вскрою и покажу вам довольно интересные вещи для экшн-камеры. Раскрываю все быстро. И буду показывать и рассказывать. Вот, друзья, начну с этого аксессуара. Как пишет продавец, это FM-линза. Не знаю, насколько она FM, но то, что как защитная линза для экшн-камеры, довольно хорошо пойдет. И вещь необходимая, чтобы не пачкался сама, чтобы не пачкалась сама линза. Я решил приобрести вот такое защитное стекло. Дальше идет такая вот защита. Защита эта предназначена для аквабокса. Видите, фирма Сэджикам. Вот это, наверное, защита сюда. Да, идеально стало. Все отлично. Во время переноски можно одевать эту крышку. Во время съемки ставить защитное стекло. И заказал крепление для телефона, чтобы можно было ставить и снимать с телефона, со смартфона, со штатива. Иногда выходы на природу, на рыбалку, чтобы снимать не только на экшн-камеру, но еще и снимать на смартфон, если там хорошая камера. Вот такие вот, друзья, незамысловатые покупки я произвел из Китая. Кого заинтересовало, ссылки будут в описании под видео. На этом хочу откланяться. Всех благ вам и вашим близким, друзья.